Есть такая противоречивая поговорка про то, что родители не те, кто на свет породили, а кто вырастили и воспитали. Так вот, оказывается, животным это тоже вовсе не чуждо, хотя наука и не может внятно объяснить это. Фермер из Курдистана Горан Сурчи недавно убедился в этом на собственном опыте. На днях фермер проходил мимо курятника и услышал странные звуки. Звуки шли от курицы-несушки, Горан задумался, он ведь не делал кладку. Откуда тогда? Котята. Вместо яиц курица высиживала троих котят. Тут надо пояснить, что так получилось, но этой весной на ферме Горана не было кошек. И потому, когда он услышал нечто, похожее на мяуканье, то сильно удивился. Фермер честно признает, что понятия не имеет, что именно произошло. Откуда взялись котята, почему курица решила о них позаботиться и с чего это малыши доверились ей? Вроде как неноворожденные, уже немного подросшие, должны чего-то понимать. Но котята выглядели худющими, несчастными и испуганными. Они хотели только тепла и заботы.